Привет всем, с вами Энтони, и сегодня мы посмотрим короткое видео, но очень популярное видео. Есть 17 миллионов просмотров. Я уверен, что почти каждый человек из России уже посмотрел его. Называется How Russians Learn English. Как русские учат английский. И английский мой родной язык, поэтому мне будет интересно посмотреть, как русские учат английский. Давай посмотрим. Погнали. My name is Anton. Every morning I usually get up at 7 o'clock and brush my teeth. Then I have breakfast. Очень сильный акцент, когда он говорит по-английски. Но он все правильно сказал на английском. Он не совершал никаких ошибок на английском. Он молодец, но ему нужно работать на акцент. Fast and go to school by bus. Then... Галкин, ты старательный мальчик, Галкин, старательный, и я ценю твое усердие, но произношение... Ужас! Тебе ж ни один англичанин не поймет. Нужно говорить так, как будто во рту у тебя горячая картошка. Горячая. Hot. Hot. Да нет же. Hot. Hot? Тренируйся, Галкин, тренируйся. Может быть, что-нибудь получится. Садись. Он хорошо говорит по-английски. Она очень... как сказать... She's very picky on him. На английском мы говорим. She's very picky. У него хороший английский, но у него заметный и очень сильный акцент. Это проблема. Это единственная проблема. Он хорошо говорит по-английски. I went to the kitchen and cooked hot potato. Это напоминает о том времени, когда я слышал кто-то сказать London is capital of Great Britain. Типичный русский акцент. О, готово. Горячая картошечка. Very hot potato. Very hot. Ой, ай. What's happened, Галкин? У нее тоже плохое произношение. What's happened, Галкин? Да, она говорит, о, у тебя плохое произношение. Да. У нее тоже плохое произношение. И она неправильно сказала what happened. What's happened? Она сказала what's happened. What's happened? Мы не так говорим в Америке. What's happened? Good morning, Larissa Викторовна. I'm sorry. I'm late. The traffic is terrible. Какое улучшение. У него сейчас очень хорошее произношение. Ничего себе. Terrible. Галкин, какое произношение. Молодец. Но ведь можешь, если захочешь. Садись. А вы, ребята, берите пример с Галкина. Как у тебя получилось такое произношение? Супер. Да к фёрту это произношение, к фёрту это английский. Чего? Теперь непонятно, когда он говорит по-русски. Всё понятно, когда он говорит по-английски, но когда он говорит по-русски, я не понял. Меня за дома никто не понимает, и доктор сказал, что ещё 2 месяца так будет. Горячая картошка. Хорошо, это было очень забавно, очень смешно. Мне очень понравилось это видео. Да, так что, если вы хотите улучшить английское произношение, тебе просто надо кушать горячую картошку. Но, серьезно, это было очень круто. У него хороший английский. Произношение вначале было плохое, но после картошки все было отлично. Ну, это все на сегодня, друзья. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк. Если вы хотите узнать об Америке или выучить английский язык, то посмотрите эти видео и увидимся позже. I'll see you guys later. Bye-bye.